Всем привет, ребята! Меня зовут Вера. Вы на канале Дневники Веры. Сегодня мы с вами будем лепить щенка по кличке Трекер из мультфильма «Щенячий патруль». Трекер – щенок породы чихуахуа. Он живет в джунглях. Он всегда готов прийти на помощь. А как слепить Трекера? Сейчас посмотрим. Подписывайся на канал. Для начала слепим голову. Детали для шляпы. Жгутики для оформления одежды. Парочка ушек. Детали для ножек. Детали для оформления мордочки. Пара значков. И, конечно же, хвост. А теперь все это соберем. Для начала оформим голову. Нам понадобится скатать шарик из коричневого пластилина, к нему прилепить полоску белого пластилина, теперь возьмем вот такую пластиночку, прикрепим ее, аккуратно закрепим. Уберем все места соединения пальчиками. К получившейся конструкции прикрепляем шарик. Это место, где, собственно, будет крепиться нос нашего героя. Шарик также хорошо нужно закрепить, убрать все места соединения, чтобы он смотрелся как влитой. Аккуратненько пальчиками все уберем. Нам нужно место установки глазок сделать вот такие вот нажатия пальчиками, чтобы получились углубления. И в такие углубления мы поставим белые пластиночки. Теперь по коричневому шарику, это и завершающий штрих, это черные шарики, зрачки. Также нам нужно взять небольшой жгутик черного пластилина и обернуть вокруг глазика. Таким образом глазки будут более выразительные и такие же, как в мультфильме. Этого же жгутика сделаем брови. А теперь дело за носом. Возьмем шарик черного пластилина и аккуратно его прикрепим. Возьмем стек и сделаем улыбку.
Теперь нам нужно взять кружок темно-зеленого пластилина. Это будут поля шляпы. Установить посередине. Также взять вот такой прямоугольничек. Это будет окошко шляпы. Теперь нам нужно установить сами ушки. Ушки у щенка трекера длинные. С одной стороны коричневые, а с другой стороны розовые. Нам нужно взять ушко, немножко его завернуть вот так внутрь и установить каждое ушко по бокам. Также загнем поля шляпы. Также сделаем с другой стороны. Туловище у героя также из зеленого, темно-зеленого пластилина. Сначала идет костюмчик. Также видна часть туловища. Сделаем ее коричневым, как и всего персонажа. Для этого возьмем небольшую часть коричневого пластилина и прикрепим к нашему костюмчику. Место соединения будет закрыто красной полоской. Нам главное хорошо прикрепить, для того чтобы поделка держалась. Теперь сделаем ножки герою. Они состоят из двух цветов. Задние ножки чуть больше коричневого и меньше белого, а передние наоборот. Мало коричневого и много белого. Соединим эти две колбаски между собой. Также место соединения уберем, сгладим. Теперь к такой ножке прикрепим белый шарик. Это сама лапочка, где будут пальчики. Теперь возьмем стек, сделаем пальчики. Одна лапка готова. Таким образом сделаем остальные. Теперь прикрепим ножки. Сначала передние,
Так, замечательно стоит. А теперь украсим. Нужно сделать из красного пластилина вот такой вот поясок. Мы его прикрепляем. Также красный поясок, то есть также красный ошейник прикрепим, где у щеночка шея. Также на передних лапках делаем такие вот жгутики зеленые. Теперь прикрепим остальные детали. Нам нужно прикрепить эмблему трекера. Это компас. Аккуратно закрепляем. Также эмблему, собачью лапку на шляпу. Теперь милый хвостик на его место. Теперь установим зубочистку. И голову. Ну вот, ребята, наш щенок по кличке Трекер из мультфильма «Щенячий патруль» готов. Вот такая вот замечательная собачка породы чихуахуа у нас получился с большими ушами, замечательной шапочки. Он готов идти на помощь, на выручку всем, кто попал в беду. А еще, ребята, собаки — это лучшие друзья человека, они очень преданные. И не важно, сколько у человека денег, они просто любят от всего сердца. Всем пока-пока, ребята. До новых встреч!